Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2008 года выпуска. Двигатель 2 литра, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 28 тысяч километров. Сзади у меня провалилась кнопка бесключевого доступа на крышке багажника. Незаметно как-то утопла вовнутрь. Она работает, все, но чтобы до нее добраться, приходится мизинцем лезть. Сейчас покажу. Вот так вот это выглядит. Получается, она утоплена на всю пластмасску. Хотя быть так не должно. Хочу снять эту накладочку и посмотреть, что произошло. То ли что-то оторвалось, то ли ее пододвинуть. И еще мне не понравилось, что вот эти места болтаются с обоих сторон. Как будто или клипса прослабла, или открутилась. Сниму обшивку сзади, и уже будет видно, как это открутить. Поддеваю обшивку. Не показал. Вот здесь вот, где ручка закрывания, саморез есть. Я его выкрутил под крестовую отвертку. Снял обшивку. Сидит на одних клипсах. 6 клипс с одной стороны и 6 клипс с другой стороны. А вернее, 7 клипс с левой стороны. Одна клипса осталась на месте сидеть. Я ее выдерну и вставлю в обшивку, когда буду закрывать. Гайка ослаблена. Вот от этого этот конец и стучал. Сейчас посмотрю, что со второй стороны. Точно так же ослаблена гайка. Странно. Сейчас внимательно дверь посмотрю. Возможно, ремонтировалась, хотя покрытие проверяли, когда лакокрасочная дверь без ремонтов. Да нет, дверь не делалась. Все ровное. Следов ремонта нет. Видать, такое качество сборки. Сейчас проверю вот эти гайки. Они точно так же вот от руки откручиваются. И вот эти, это затянуто. Из 5 гаек только одна затянута, центральная. Боковые по 2 штуки с одной стороны и с другой стороны были прослаблены. А это даже не затянуто, я просто не смог ее рукой открутить, а вот воротком без
трещотки, я ее ослабил. Вот в чем вся загвоздка. Кнопку просто вдавили. Она выскочила из защелки. Сильно даванул кто-то. Ну и все. В принципе, здесь ничего критичного нет. Еще клипса с этой стороны. Она у меня вышла довольно-таки легко. Устанавливаю назад и подтягиваю болты. Резиночки здесь 3 штуки на месте остались, а 2 на болтах. Менял такую накладку на Ford Focus и не поставил уплотнители, вот эти подписчики, кто смотрит, мне написали, что эти уплотнители нужны обязательно для того, чтобы не царапалось лакокрасочное покрытие. Наживляю гайки и затягиваю. Все, ключом я подтянул, опять же сильно я не стал затягивать. Снимаю вот эту клипсу, здесь часть ушка отломилась, но мне остатков хватит, чтобы она держалась. Клипсодером снял ее. Стоит она в этом месте. Беру обшивку и устанавливаю ее. Также перекручиваю на место саморез.
и проверяю. Все, кнопка стоит как надо. Сильно нажали и провалили ее. Ничего не сломалось, она просто выскочила из защелки. Ну и также вот эти бока. Теперь планка не болтается, держится крепко. На этом все. Кнопку без ключевого доступа на крышке багажника я вернул на место. Всего вам доброго.